Так, вот оно наше место, 66 метров, я ссылку оставлю на прогресс, мы стреляли в чок, весь вот этот процесс показывать не буду, отметим один контейнер черным, другой синим, одну мишень будем бить, единственная проблема есть ветер, вот так, буду стрелять чуть-чуть левее, и он, вот видите, то есть, то его нету, будем ловить, чтобы его не было, и будем стрелять. Результаты сейчас покажу. Итак, отстреляли мы. Ну, честно сказать, я не вижу разницы, чтобы заморачиваться. 0,75 или чок. Одинаково вообще стрельнул. Вот. Да блин. Я вышел на улицу, тут светло. Так, отошли. Значит, H14 попало. Сегодня ветер. 13 штук черненьким отмечено. H14 попало 17 штук. То есть H14 пошел лучше. Почему пошел? Потому что не такое сильное сужение. Да? H15 раскидало. Вот. Но от чока. Ну, тут 17 прилетело, там 13. А там сколько прилетало, вы посмотрите внизу под видео. Поэтому вот такая вот осыпь. Вот она. Ну, сильно, я скажу, разницы и-то толком и нету, чтобы заморачиваться там и голову забивать, покупать 0,75 или единицу. Берите то, что есть, и как бы и все. Вот. Вот H14 ударил более-менее хорошо. Это 66 метров по дальномеру. Ссылка под видео, там мы расстояние это мерили. Вот, поэтому... Ну вот, такой стрельчик. 0,75 тоже отличное сужение. И чок, и 0,75, и 0,5. Как бы и... По поводу вот этих отстрелов мне говорят, давай зайцев показывай. 20 метров с 20 метров. Неважно, какая насадка. Билман, Джем, Прогресс, там что-то еще. Я, если его ударю, он упадет. Интересно показать, когда будет снег, когда будет корка, когда будет подниматься он, когда уже это... Вот это уже 4-0 пойдет в ход. Это туда вот зимой. И вот тогда интересно, там 50-60 метров стрельнуть и заснять на видео, показать. А сейчас, ну... С 2 метров, если я его подниму, он упадет от любой дульного сужения. 0,25, чок, неважно, прогресс это, билманы там, джимини, карсоны, да без разницы вообще, поэтому 20 метров, ну там показывать просто нечего. Вот, поэтому вот так. Кстати, гусь полетел сегодня, столько стай видел, гусь попер. Так что встречайте, кто там, где там, так, где я вот. Может, вот тут я ее разложу. Тут чем меньше будет дуть. Кто там их где встречает, через нас гусь летит. Да, блин. Сегодня ветер такой прям, прям сильный. Вот так вот. Вот такая мишень. Смотрите. Блин, сейчас за угол зайду. Может, тут ветер. А, и тут ветер. Короче, везде он крутит этот ветер. Лежать. Вот. Вот она мишенька, я думаю, видно. Вот фотик сфокусировался, у фотик. На телефон снимаю. Вот, поэтому. Думаете, решайте, смотрите, прошлый отстрел. Патрон тот же, все то же, расстояние тоже. Дистанция та же, ружье тоже. Так что, хорошие дульные устройства, мне не нравятся, недорогие. Очень точно стреляет. Прям, ну точно в центр. Прям соошность вообще. Сейчас вот ветром тут все складывает, раскладывает. Вот, поэтому вот такая вот еще раз картинка. Вот. Да блин. Вот, так что. Такой вот тест.